В регионе завершилась оперативно-профилактическая акция «Безопасный город». В рамках мероприятия специалистами линейного отдела полиции на станции Ускимен-1 проводилась усиленная работа, направленная на информирование жителей о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге. Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Никогда не нужно переходить железнодорожные пути в неустановленных местах и перебегать перед проходящим поездом. Ведь поезд не может сразу остановиться. Все эти правила объяснили полицейские и волонтеры жителям и гостям областного центра. Работа на станции Ускимен-1 проводилась в усиленном режиме. Главная цель такой работы – это надзор за соблюдением порядка в общественных местах на объектах транспорта. В рамках оперативно-профилактического мероприятия на объектах транспорта, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах с гражданами была проведена большая разъяснительная работа с участием волонтеров. Велась раздача памяток с полезной информацией. Цель мероприятия – профилактика несчастных случаев на железнодорожном транспорте среди населения. С начала года выявлено 1809 административных правонарушений, в том числе за совершение мелких правонарушений привлечено к административной ответственности 123 человека. За курение табачных изделий в неразрешенных местах привлечено к ответственности 33 человека. По словам полицейских, они ежегодно ведут просветительскую работу среди населения, объясняя, как нужно себя вести, находясь рядом с железнодорожными путями, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.